22 сентября в составе следственно-оперативной группы мы выдвинулись в город Лебедянь для проведения необходимых первоначальных следственных действий. После того, как мы провели необходимые следственные действия, нами было принято решение вернуться в Добровский отдел полиции на место дислокации. Проезжая по улице Ленина в городе Лебедяне, в период времени около 21 часа 30 минут, мы на обочине автодороги обнаружили женщину. То есть мы сначала обнаружили группу женщин, которые махали, пытались привлечь наше внимание. Мы поняли, что одной из женщин требуется медицинская помощь, так как она жаловалась на резкую боль в груди, в связи с чем нами было принято решение о доставлении данной женщины в центральную районную больницу города Лебедянь. Очень хочется поблагодарить Ивана и Наталью, Кирьянова Ивана, Лапынину Наталью, сотрудников Добровского отдела полиции, за то, что они не прошли мимо нашей беды, за то, что они нам помогли в трудную минуту. Благодаря им мы своевременно доставили пострадавшую в больницу, ей оказали нужную медицинскую помощь. Хочется им пожелать крепкого здоровья, сил, терпения, благополучия. И хочется, чтобы на их жизненном пути встречали же такие же добрые и отзывчивые люди, такие, как они.